Так, пояснично-подвздошное сочленение и самые нижние группы поясничного отдела, да, позвонков, можно поставить вот таким способом, в отличие от того, что я говорю, что не давить, да, вниз. На самом деле, вот иногда это можно делать по одной ноге, либо по две руки, по две ноги. Решили сюда воды. Вот до грудного отдела доходим. Либо берем одну ногу. Захват идет, как видите, выше колена, чтобы чашечку не пережимать, да? Чтобы мягче были ноги лежать. Находим вот это вот сочленение, да? И, соответственно, вот выпирающие уголки. Да мы тебе просто сегодня уже просто целый день массировали, массировали, лежали, лежали. Раскачиваем. Ищем это. Видите, я даже голову как бы отключаю, чтобы не мешало, рука должна чувствовать. Ищем, где вот у меня там какие-то блоки, зажимы, да. Находим вот эту косточку. И раз. Раз. И в другую сторону тоже. Вот тут прям можно на крестец давить. Вот. Ну и, соответственно, с той стороны тоже так. Не, можно обойти, а можно, ну, у кого хватает силы и высоты роста, да, можно, в принципе, и с этой стороны сделать. Заметьте, это похоже вот на вот этот прием, да? Только здесь было мягкое растяжение, а здесь непосредственно воздействие на кости идет. Вот, и как бы это сзади было, снизу, с нижней части стороны, да? То же самое можно сделать и с передней стороны. Когда руки пациента вытаскиваем вперед, под локти, голова вниз. Так, сейчас голова вниз пошла. То есть не на локте, да, а чуть повыше, чтобы мягко было. Поднимаем его. И также вот. Еще раз пошли хрусты. Бесконечно. Может, лет мученик нас. Мы просто надеемся, что целый день работаем. Так что, кто видит нас на камере, на экране, да, пожалуйста, не пугайтесь. Тренировочный момент. Практика идет, отработка на натуре. Да, просто человека целый день мучили, мучили. Теперь смотрите. Ну или на ком-то другом могу показать. Давайте. На вас, да? Чуть-чуть немножко продолжим. Как бы усовершенствуем этот прием. Вставай тогда, отдыхай. Мне вот как будто ребра вот туда. Вышли здесь. Ребра давит. Ну, ты смотри, подыши. На живот? Да, на живот также вот ложитесь. Так, вот, например, девушка или кто там слаб телом, он же не поднимет, да, вот такой человек, как я там на бицепсе там, да? Хотя для меня это практика, тренировка, я в фитнесе хожу. Как говорю, работаю с живым весом. Ставим локти под плечи. Локтями в стол. Упираемся в стол, да, в стол. Вот, да, везде прямой угол соблюдаем. Голова при этом просто висит. Ну и, во-первых, это удобно, можно уже помассировать, да, с этой стороны. Сейчас мы на этом не будем останавливаться. Можно нащупать вот здесь, что не так, да. И, соответственно, те же самые повороты, которые мы делали. С этой стороны. И продавливаем грудной отдел позвоночника. О, тоже что-то пустит, да? Все, отдыхай. А мы потренируемся на других кошках.